Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует киевский спортивный магазин «Головива», который располагается на Харьковском шоссе. Ваше внимание сегодня на обозрение хочу предоставить. Складной велосипед от украинской торговой марки VNC. Модель называется Highway. Почему украинская? Потому что велосипед продается только на территории Украины. Бренд, конечно, английский. Качество стандартно английского производства. Делаются велосипеды в Китае. Поэтому бренд английский, производится в Китае, продается только на территории Украины. Это влечет за собой, естественно, ценовую политику. Велосипед на самом деле недорого стоит, как для складного алюминиевого велосипеда, у которого гидравлическая система тормозов, количество передач 7. Достаточно хороший велосипед, у которого много, 8 передач велосипеда. Сзади стоит кассета, которая позволяет нагрузку большую выдерживать. В общем, велосипед достаточно приятный, комфортный. На таком велосипеде многие любят путешествовать. Имеется в виду, что берут автомобиль, едут куда-нибудь в какую-то страну, в какой-то другой город, приезжают на автомобилях и из багажника достают вот такие велосипеды, потому что такой велосипед легко помещается в любой багажник. Любой дальнобойщик может этот велосипед спокойно себе в кабине разместить, потому что в сложенном состоянии он занимает минимум места. А путешествуя по Европе, если заниматься грузоперевозками, то европейские страны иногда интересно смотреть на велосипеде. Приехав в город, можно потратить 2-3 часа для прогулок на велосипеде, и это будет как раз идеально для разминки людей, которые занимаются грузоперевозками. А велосипед – это в первую очередь спорт, здоровье, комфорт, удовольствие. Более детально. Highway – велосипед гидравлической системой тормозов переднего и заднего колеса, в заднем колесе кассета, рама складывается. Складывается рама раз, складывается руль два, складывается педали три. Более детально. Велосипед комплектуется покрышкой сликовой. У этой покрышки есть специальные каналы, по которым отводится влага в разные стороны. Тем самым на велосипеде легко ездить после дождя или в дождь. Также этому способствует комфорту крылья. Крылья пластиковые, крепятся в двух точках к вилке. Раз, два. Причем вторая точка при помощи опор алюминиевых. Снизу крылья имеют резиновый такой брызговичок. Ну, симпатично, удобно, комфортно. Вилка жесткая. На вилке стоит специальный металлический элемент, который при помощи заднего такого же элемента с магнитом, соединяя две части велосипеда в сложном состоянии, держит очень удачно, успешно велосипед. Это новшество 2021 года от торговой марки VNC. Тормозная система дисковая. Гидравлическое. Переднее колесо снимается при помощи легкосъемного эксцентрика. Колесо комплектуется камерой под автомобильный ниппель, спицы из нержавеющей стали. В общем, шикарный вариант для катания. Обод двойной, double wall, что указано на самом ободе. Алюминиевый, легкий, двойной, усиленный. Рулевая. Руль складывается. Складывается руль легко. Есть специальный предохранитель. Поднимая вверх, вы позволяете потом отодвинуть сам крепеж. Оп, и он отодвинулся. Потом легко снимается руль. Эта блокировка приспичивает надежному креплению защелки. И защелкивается легко до щелчка. В 2021 году велосипед Highway уже комплектуется более надежным элементом рулевой выноса руля. Руль крепится при помощи двух затяжных болтов. Раньше был эксцентрик, который проворачивался. Теперь этот узел усилен, выдерживает лучше нагрузку, лучше регулируется. Руль регулируется по высоте. Также специальный эксцентрик в сторону отодвигается и поднимается руль. Это очень удобно, можно регулировать под рост, от 1,40 м до 2 м. Тормозная система гидравлическая, переключение передач левошифты на 8 передач. Сзади стоит 8-скоростная кассета. Рама также складывается
с защитой от самопроизвольного открывания. Это называется вот этот вот предохранитель пластиковый. Вы его поднимаете вверх и потом легко, нажимая на рычаг, открывается сам рычаг. И велосипед легко складывается. Педали идут пластиковые, складные. Очень удобно. При транспортировке все продумано для того, чтобы минимальный вес, минимальный размер был. Сзади кассета на 8 передач, Altus переключатель 310, багажник с зажимной пружиной. Крыло также пластиковое, крепится опорой 1, 2 и на раме 3. В общем, велосипед очень удобный, комфортный. На таком велосипеде могут кататься подростки, взрослые. Заинтересовал велосипед? Приходите. До скорой встречи. Будем рады вас видеть. Каждому покупателю обещаем подарки.